Садятся на самый худший ракурс. А какой самый худший? А, знаете, насчет худшего ракурса? Здесь нет худшего ракурса. Вас не так много, чтобы... Даже ракурс отсюда на самом деле хороший. Как вы не фактурно укусили, Сенч? Не фактурно. Еще дубль, пожалуйста. Ну, кстати, мы вперед. Я шучу, остался. Не-не, вон. Сюда уже поставить, а деревяшку там, и тогда вот это будет тень лежать сюда, красиво на драпировку также, а деревяшка будет там торчать. А ты думаешь, она ляжет? И повторять ритм книжку с другой стороны. Так, пробуем. Да. Попробуем. Ой, я не ключи. Я уйду. Вот, ты еще не пришла, я зашел с того ракурса, говорю, вот это офигенное место. Он врет, да? Нет. А, он врет. Я когда учился у Олега Леонидовича, у меня, походу, что-то с мозгами не в порядке. Естественно. Вот, и он все время что-то говорил, и я такая перепроверяла. И в какой-то момент он говорит, нет, это как-то прекратится, что за недоверие. Олег Леонидович проверял все плетенями. Это все из-за моего внешнего вида, когда ты пришла учиться. Скорее всего, да. Олег Ильич, помните историю с трубным тенями? Да помню, конечно. С тех пор эти же сережки, Олег Ильич. Да? Которые меня смутили. Я впервые увидела мужчину с сережками. И я была в шоке. Им было меньше тогда. Не мужчин, сережек. Не для кадра. Я изначально хотел понавороче немножко поставить натюрморт, чтобы больше всего там. Вот. Но потом, это я вам просто объясняю, почему здесь не так много всего. Мы не знаем, сколько по времени будем с вами работать, потому что, может, нестабильная группа, да? Бог его знает, всякое бывает. Может, кто-то из вас там через там, несколько занятий скажет, что там, в деревню куда-то еще ехать. Вот, поэтому чем больше предметов, тем больше просто писать. Поэтому поставил вот относительно немного всего, чтобы... не так долго работать, но уделить внимание каким-то нюансам, вот, а не построением там каких-то предметов. То, что здесь камеры, это вообще все не важно. Это я не к тому, что не надо их бояться там, и там, в них там бояться смотреть. Это и так понятно, что не надо их бояться. Мне бы хотелось, вообще нам бы хотелось, чтобы это не было такой чисто учебной историей, когда вот есть педагог, что-то он там наболтал, все рисуют. Ну, как это вот обычно бывает и у нас в том числе на канале. То есть мы будем снимать все подряд, и если вам захочется поговорить по телефону, ну, вдруг зазвонит у вас телефон, не надо пугаться, как в театре, там, не надо выключать телефон, это тоже не нужно. Вот. Или просто друг с другом вы захотите болтайте со мной, со всей... то есть просто обычное, короче, занятие. Вот наша задача, как, в смысле, то, что касается съемки, это вот просто обычное занятие. Опять третья отрубища. То есть все, можем начинать? Конечно. А, все, зашибись. Все, сейчас я... Меня, честно говоря, в этом натюрморте единственное, что смущает, это перо, потому что оно, конечно, здесь вообще не... Олег Ильич, все понял? Но... Спасибо. Надо что, дерево, что смущает? Оно меня, знаете, смущает по какому поводу? Оно меня смущает по поводу того, оно вообще здесь... Может, как закладку сделать? Вот дает ванну подсвечь. Оно дает лучше. Нет, оно меня смущает с точки зрения того, что вообще оно здесь делает, это перо. То есть это же перо, им надо писать. А, ну может он на бумажке. Да, человек прочитал книги, делать. Сюда надо кляксу было, кляксу уронить какую-нибудь. Кстати, моя пламенная речь, которую я сейчас до этого говорил, она тоже была довольно пламенная уже. Она уже была. Фиксирована. Ну хорошо. Ладно, все, давайте начинаем. Кстати, хлопать не нужно? Нет, не нужно. Да, уверена? Ну, на всякий случай. Давайте лучше хлопнем. На всякий случай, я поздоровался в кадр, на всякий случай. А я поздороваюсь потом, когда все уйдут. Нет, я поздороваюсь. На всякий случай поздороваться, да? Угу. Ну ладно, поздороваюсь. И хлопну на всякий случай, черт его знает. Да ну нет, хлопать не надо. Не надо, да? Хорошо. Всем привет, здрасте.
Когда будем работать с натюрмортом... А, вот, кстати, сейчас извиняюсь, это не в кадр, это обязательно надо сказать. Смотрите еще, тут такой диссонанс может быть, что я буду болтать в кадр, в камеру, туда, а говорить-то буду вам. То есть, когда я смотрю туда, это не значит, что я говорю туда, вам это как бы неинтересно. Да? То есть, я буду чаще смотреть туда, чем на вас, а может быть, наоборот, посмотрим, как пойдет. Но все, что болтаю, все болтаю вам. Все, поехали, давайте. Погнали? Всем здравствуйте, вы на канале Художка, сегодня нас ждет, ну, просто очень интересный натюрморт. Вам чуть смелости не хватает, вы все делаете так... А я правильно сделала? Да. Точно, а так можно? Вот прям так... Да? Вот хлебушек классно идет, да? Что в нем не хватает, чтобы вот на него посмотреть и ах, смачно, вообще круто, да? Не хватает где-то более смелого акцента. Да. Просто вот там, где вы делаете темненькие, вот, смотрите, вот это классная штучка вы сделали, классная. Надо где-то сделать так же, но еще нажать сильнее.